Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим сегодня расклад «Женщина из интернета». Будет ли у вас знакомство с женщиной, с которой, возможно, вы переписываетесь, или это будет совершенно новое знакомство? Итак, смотрим, в каких энергиях сейчас вы находитесь. Так. Знаете, у вас на пороге стоит какая-то судьбоносная встреча с женщиной. Причем действительно эта женщина может быть либо же из того же интернета. Эту женщину вы можете как знать уже на данный момент. Возможно, вы с кем-то переписываетесь, общаетесь. Возможно, сейчас вам кажется это совершенно такая, знаете, ну, несерьезное, что ли, переписка или общение. Но это может перерасти совершенно в другие серьезные отношения. Причем это довольно судьбоносная женщина. У кого-то может проиграться, что это женщина, с которой вы еще не общаетесь, но это может быть точно так же и по интернету в том числе. Так, что еще нам? Знаете, женщина это действительно будет очень серьезная, самодостаточная женщина, ухоженная, красивая. Поначалу, возможно, вы очень несерьезно отнесетесь к этой женщине, но, как показывают карты, это будет довольно такой красивый, романтичный роман. Знаете, эта женщина тоже пережила очень много в своей жизни. На тот момент, как вы с ней познакомитесь, скорее всего, у нее будет довольно тяжелый период. Точно так, как и у вас. У вас на данный момент тоже разбитое сердце. Вы женщин воспринимаете довольно так холодно, отстраненно и в штыки, поскольку ваши прежние отношения принесли вам много боли, разочарований и страданий. Теперь вы не очень-то доверяете женщинам, а отношениям по интернету тем более вы особо не доверяете, потому что многие мужчины вообще считают, что там разве что для развлечений женщины. Но поверьте, иногда попадаются там женщины, которые настроены тоже серьезно, которые ищут мужчин для серьезных отношений, для семьи, то есть женщины совершенно не для развлечений. То есть эта женщина, как я уже сказала, она, знаете, она тоже какое-то время находилась или же находится, знаете, в таком, ну, ограниченном, что ли, состоянии, которое тоже разуверилось в мужчинах. Она не очень-то доверяет мужчинам. Поэтому вы, если же и познакомитесь по интернету с кем, это не обязательно, я не говорю про сайты знакомств. Это может быть где угодно, в соцсетях, в каких-то мессенджерах, где угодно. Вы знаете, интернет – это сейчас большая сила. Интернет рулит, как говорят. То, знаете, вы будете поначалу друг к другу немножко так присматриваться. Это будет какое-то такое безобидное общение, возможно, дружеские, какое-то, знаете, такое подколки, какие-то шутки. Ну, то есть, это сначала это будет все довольно несерьезно. Вы, возможно, даже и не подумаете, что это, да, эта женщина превратится в вашу любимую женщину, потому что у нас выпала королева кубков. И сначала вы будете очень сильно так сомневаться, да, в этой женщине, так как вы действительно не доверяете сейчас женщинам, вы очень настороженно и вообще к ним относитесь, вы не верите в порядочность женщин, потому что у вас было предательство, вы пережили предательство вашей любимой женщины, поэтому сейчас вам действительно очень тяжело и легко, и очень тяжело и нелегко поверить другой женщине. Так. Да, посмотрите, потрясающие карты выпали. Это действительно будет шанс.
Обратите внимание на тех женщин, с какими вы переписываетесь, возможно, или у кого-то проиграется, это будет новое знакомство по интернету, новое общение, новая переписка, возможно, которая перерастет действительно в судьбоносный шанс. Вам сама Вселенная дает шанс на новое знакомство, на новую любовь, на новые отношения, возможно, которые перейдут в дальнейшем в семью. Это действительно, знаете, очень красивые романтичные отношения, которые вас ожидают. Хоть вы сейчас и не верите, возможно, кто-то смеется, да, да не может быть, да, там только девочки для развлечений и так далее. Но поверьте, бывает и там. Пусть один на миллион, но шанс. И постарайтесь не упустить шанс, если он будет вам дан свыше. Поэтому верьте, надейтесь на то, что и на вашей улице будет очень скоро большой праздник под названием «Любовь». Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!